копить бланки протоколов в надежде, что сотрудники ГИБДД забудут о долгах, бесполезно. Вся информация о выписанных штрафах теперь попадает в базу должников Федеральной службы судебных приставов. В этом можно убедиться, зайдя на официальный сайт управления ГИБДД. Там появился флеш-баннер, при нажатии на который пользователь автоматически попадает в раздел «Банк данных исполнительных производств». Новый сервисный ресурс является государственной услугой, которая призвана помочь жителям Зауралья получать информацию об имеющихся долгах. С помощью нового информационного сервиса жители Курганской области могут не только узнать о долгах по интернету, но и оплатить их, не выходя из дома, или распечатать уже готовую квитанцию. Некоторые зауральцы уже воспользовались новой услугой.